Магазины «Азбука мебели» и «Народные кухни» в новом торговом центре «Дружба» открылись меньше месяца назад, но уже успели завоевать широкую популярность. Покупателя привлекают доступные цены и ежемесячные акции. Например, в сентябре, делая покупку в «Народных кухнях», клиент магазина экономит сразу на трех направлениях. Не нужно тратиться на грузчиков, автомобиль доставки и специалистов по сборке мебели. Бесплатная доставка, бесплатный подъем на этаж для покупателя, бесплатная сборка. То есть эта акция стала уже традиционной. И я себе подобрала уже кухню, присмотрела. И хочу ее уже приобрести, так как цены и акции у них сейчас есть. Доставка, сборка. Поэтому хочу поскорее успеть на данную акцию. Привлекательные акции в этом месяце действуют и в «Азбуке мебели». Все спальни продаются с внушительной скидкой в 30%. С 15 сентября многие модели матрасов можно будет купить с 20% дисконтом. И, наконец, приобретение любого товара на любую сумму автоматически сделает вас участником программы «Мебельный клуб». При каждой покупке накапливаются баллы, которыми можно оплачивать следующую покупку. Покупателю выдается бонусная карта, на которую начисляются бонусы. И покупатель в дальнейшем может рассчитаться бонусами до 100% стоимости товара. Дополнительное преимущество «Азбуки мебели» и «Народных кухонь» в огромном выборе товара. Если вы решили что-то приобрести для своей квартиры, то достаточно приехать в торговый центр «Дружба». На одной площадке размером в несколько тысяч квадратных метров есть абсолютно все. Предметы интерьера для любой квартиры – и сопутствующий товар – текстиль, посуда, сувениры и вообще все возможные предметы домашней обстановки. И еще один немаловажный фактор привлекательности – удобное расположение торгового центра и автомобильная парковка, вместительная и бесплатная. Владимир Клюшников, Олег Буймиструк, «Панорама».